Всем подписчикам, просто прохожим привет, перед вами Майни, и сегодня у нас реакция на Зверополис, сумасшедшая версия, пародия, прикол, Зверополис 2016, это такое название, серьезно, на видео, можете проверить в оригинал, ссылочка в описании, все дела, погнали смотреть, я не знаю, что это такое, еще не смотрел. Окей, это типа РВТ пишет? А нет, подожди. Окей, это типа РВТП для умственно отсталых. Каких? Верблюдов три. Горба. Знаете, тут наоборот слишком все медленно. Если РВТП сделал слишком быстро, то тут слишком все медленно и это выглядит очень нелепо. Вместе на стражу правопорядка? Меня сами просили сделать на это РВТП, точнее на эту реакцию. Пока, если честно, вообще не очень. О, Ивангай. Ванька. Вообще как-то не очень, если честно. Не обидуюсь, создатель увидит это видео, но, блин, если бы это все было более шустро. Ну, Лен, гляньте. Блиц, блиц, скорость без границ. Рад тебя видеть, родной. Налоги не платите. Только не я, а это... Окей. Вы серьезно? Но это как-то не очень, вообще абсолютно не очень. Почему вы решили мне это кинуть в комментарии, чтобы посмотрел? Это я уже, кстати, очень часто спрашиваю, но видео реально не очень, то есть как бы... Смотреть-то нечего, то смеяться-то особо не над чем. Просто можно улыбнуться максимум. Слишком медленно все. Если бы это, даже если бы таких переходов не было, наверное, бы смотрелось живее. Вот этих пшшш, белого шума. А так, шутки примитивные, если взять в том же RYTP шутки примитивные, но они быстро идут, поэтому они как бы накапливают, и поэтому в какой-то момент становится дико смешно, а тут же такого эффекта нет, и просто посмотрел, и все, то есть посмотрел, забыл. Ладно, спасибо, что смотрели это видео со мной, спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и добавляйте меня в друзья ВКонтакте обязательно. Всем пока!